Специалисты eBank установили, что проблема отказа не относится к фирменным комплектующим. Причина поломки – некачественные пластины 10-м транзисторов, поставленных для ASIC-чипов заводами Xiaomi. Чтобы возместить потери от возвратов и замены оборудования, а также иметь возможность перенаправить в будущем иски о недополученной прибыли, производитель майнеров подал в суд на известного производителя гаджетов. Чипы. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.